Всем привет! В этом видео мы свяжем с вами вот такую фигурную резинку. Вяжется она на базе резинки 3×3, но еще выполняются перекрещения петель, и за счет этого у меня получаются вот такие мелкие косички. Значит, раппорт этого узора состоит из 6 петель и 4 рядов в высоту. При поворотном вязании количество набранных петель должно быть кратным 6 плюс 3 петли симметрии плюс 2 кромочные петли. Этот узор вы сможете использовать при вязании свитера, джемпера, кардигана, жилета, кофты, шапки, шарфа. Вот так смотрится лицевая сторона узора. А вот так изнаночная сторона. Теперь я вам покажу и объясню схему этой фигурной резинки. Это схема для поворотного вязания. Значит, в ней приведены как лицевые, это нечетные ряды, и четные, это изнаночные ряды. Раппорт этого узора состоит из 6 петель и 4 рядов в высоту. Значит, раппорт узора, вот здесь он обведен красной рамочкой. Значит, в этом узоре есть петли симметрии после раппорта. Вот 3 петли. Также вот первый и второй ряд — это подготовительные ряды. То есть здесь мы вяжем резинку 3×3, а потом уже начинаем вязать раппорт. То есть раппорт — это у нас 3, 4, 5 и 6 ряд. Узор вяжется очень легко, и условное обозначение вы можете посмотреть вот здесь. А теперь давайте приступим к вязанию резинки. Сейчас я на спице классическим способом наберу 17 петель, то есть я хочу связать 2 раппорта узора. То есть у меня раппорт узора — это 6 петель умножить на 2, это 12 петель, плюс 3 петли симметрии — это 15 петель, и плюс 2 кромочные петли — 17 петель. Итак, набираю классическим способом 17 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вынимаю спицу, поворачиваю работу. И теперь я буду вязать первый ряд. Это у меня подготовительный ряд. Значит, как я его вяжу? Кромочную петлю я снимаю, а потом чередую 3 лицевые, потом 3 изнаночные. То есть это резинка 3×3. Дальше повторяю раппорт. 3 лицевые, 3 изнаночные. Потом я провязываю 3 лицевые. Последнее — это кромочная, изнаночная. Первый ряд я связала. Дальше я вяжу второй ряд. Значит, кромочную петлю я снимаю и вяжу 3 изнаночные, потом 3 лицевые, 1, 2, 3, потом 3 изнаночные, потом 3 лицевые, затем 3 изнаночные, последняя — кромочная, изнаночная. Поворачиваю работу на лицевую сторону. То есть я провязала 2 подготовительных ряда. И теперь я начинаю вязать раппорт узора. Теперь я буду вязать третий ряд по схеме и начинаю вязать раппорт узора. Итак, кромочную петлю вот я снимаю. А потом у меня вот 3 петли. Мне нужно выполнить перекрещение 2×1 с наклоном вправо. Для этого вот эти первые 2 петельки я пересняла на дополнительную спицу и размещаю эти петли за работой. Затем я провязываю следующую лицевую, а потом возвращаю эти 2 петельки с дополнительной спицы на левую свою рабочую спицу. И эти петли я тоже провязываю лицевыми. То есть вот у меня первая лицевая, вторая лицевая. Потом я провязываю 3 изнаночных. Все, раппорт я закончила. Повторяю второй раз раппорт узора. Выполняю перекрещение 2×1 с наклоном вправо. Пересняла вот эти первые 2 петли, разместила их за работой.
Потом вот у меня следующая лицевая петелька. Возвращаю вот эти две петельки я на левую рабочую спицу, и я их провязываю лицевыми, то есть одна лицевая, вторая лицевая, потом 3 изнаночных. Все, второй раппорт я связала, и дальше я вяжу петли симметрии после раппорта. У меня 3 лицевые петли, выполняю перекрещение 2 на 1 с наклоном вправо. 2 петельки вот я пересняла, разместила эти петельки за работой. Следующая вот у меня лицевая, а потом я вот провязываю эти петли с дополнительной спицы. То есть их я провязываю тоже лицевыми. Вот первая лицевая петелька, вторая. Последняя это кромочная, изнаночная. Третий ряд я связала. Поворачиваю работу. Теперь я буду вязать четвертый ряд, это изнаночный ряд. Кромочную я снимаю. Вяжу 3 петли симметрии, это 3 изнаночных. А потом начинаю вязать раппорт. То есть у меня 3 лицевые, потом 3 изнаночных. Первая, вторая, третья. Один раппорт я связала. Дальше вяжу второй раз раппорт. 3 лицевые. Потом я вяжу 3 изнаночных. Первая, вторая, третья. Все, раппорт я связала. Последняя это кромочная, изнаночная. Поворачиваю работу. Теперь я буду вязать пятый ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю. И дальше вяжу раппорт. 3 лицевые. Потом 3 изнаночных. Все, раппорт закончила. Повторяю раппорт. 3 лицевые. Потом 3 изнаночных. Связала второй раз раппорт. И вяжу петли симметрии. Это 3 лицевые. Последняя это кромочная, изнаночная. Поворачиваю работу. И вяжу теперь шестой ряд. Это последний изнаночный ряд. Значит, вяжу петли симметрии. Это 3 изнаночные. И дальше вяжу раппорт узора. 3 лицевые. Потом у меня 3 изнаночных. Связала раппорт. Повторяю. 3 лицевые. 3 изнаночных. Последнее это кромочная, изнаночная. Поворачиваю работу. Итак, получается, что я провязала всего 6 рядов, но первые 2 ряда это у меня были подготовительные ряды, поэтому теперь я узор должна повторять с 3 ряда. То есть у меня раппорт узора всего состоит из 4 рядов. Вот, значит, на этом образце я выполнила раппорт узора 2 раза в ширину и 1 раз в высоту. И давайте сравним сейчас с другим образцом, где более четко виден этот узор. Вот этот узор, на котором я выполнила раппорт узора 5 раз в ширину. То есть вот первая косичка, вторая, третья, четвертая, пятая. А вот эта последняя косичка – это петли симметрии. И всего 8 раз в высоту. И у меня получается вот такая очень симпатичная фигурная резинка. Эта резинка очень хорошо подойдет для вязания изделий на осенне-зимний период. Значит, добавляйте такой узор в свои копилочки. И всем большое спасибо за внимание. Пока!